Удары, блоки и броски в схватках продемонстрировали противники. На чемпионаты первенства Приморья по всестилевому карате собрались участники со всех уголков края. Мальчишки и девчонки разных возрастов и уровней мастерства приехали в Уссурийск. Всестилевое карате объединяет три дисциплины. Это ограниченный контакт, полный контакт средств защиты и полный контакт без средств защиты. Это уже третье соревнование в Приморском крае. Два года подряд мы проводим их в Уссурийске, вот в этом спортивном комплексе. Особенность всестилевого карате еще и в том, что спортсмены используют разные техники, одинаковых нет. Схватки по шаблону не проходят. Важную роль играет и то, что большинство спортсменов друг друга не знают. Знакомиться приходится уже на татами. На самом деле противник был новый, так как он из другого единоборства. Я не знаю, как работает его стиль, но все же выиграть получилось. Он в ближней дистанции, я чувствовал, что дрался лучше, чем я, поэтому приходилось либо приходить в партер, либо на дальней дистанции. Всего четыре площадки. На первых трех ограниченный контакт с соперником, так называемый бой с тенью. На четвертой – полный контакт в средствах защиты. Серьезно пострадать на этом татами не удастся, но пару хороших ударов схлопотать можно. Участников собралось много. Гости приехали даже из Хабаровска, лишь бы себя показать. Максим Ярошенко привез ребят из Октябрьского района. На этом чемпионате они выступают уже третий год. Без хороших мест никогда не уезжают. А когда подготовка, уже от каждого человека зависит, насколько он хочет выиграть, настолько он будет работать, работать, еще сработать. Тренировки, работа – это просто работа. Сложная, тяжелая, иногда прям нудная. Но это работа. Все спортсмены показали себя в силу своих возможностей. В ходе чемпионата уссурийцы не один раз оказывались на пьедестале почета. Тем, кто не получил желанного первого места, организаторы советуют не сдаваться и идти дальше. Следующее первенство по всестилевому карате пройдет через год. Екатерина Рехтина, Елена Карпенко и Роман Адонин. Телемикс.